Мне часто задают вопрос, возможно ли сделать майонез миксером? Оказывается, возможно. Я готовила его впервые, не судите строго. 2 желтка, пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка сахара. Взбиваем до побеления желтка. Начинаем постепенно вводить рафинированное растительное масло. Сначала примерно по 1 чайной ложке. В промежутках хорошо взбиваем, чтобы масло соединилось с желтком. Продолжаем, пока масса не загустеет. Затем количество масла увеличиваем примерно до 1 столовой ложки. Снова продолжаем взбивать и добавлять масло до полного загустения. Густоту майонеза регулируем рассолом. Постепенно вводим и взбиваем до нужного результата. Готовить таким способом намного сложнее, чем блендером. Но блендер есть не у всех. А майонез получается такой же потрясающий. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!